наши войска поддерживают эти условия, а войска другой стороны их не поддерживают. Поэтому надо что-то менять, либо менять соглашение, либо менять вообще отношение к этому всему. Ну, то есть нельзя так, чтобы в тебя стреляли, а ты просто смотрел на это и все. На самом деле, пока сверху не захотят, чтобы война закончилась, она не закончится. Поэтому это не нам решать. Меня устраивает. Надо перемирие сделать, чтобы не гибли молодые люди. Но мои мысли по этому поводу, я считаю, на нашей территории и нам рассказывать, что нам отводить и не отводить, кого куда, ну это неправильно. Это равносильно тому, что мы там Америке, либо России, скажем, во свои войска, свои границы отведите. То есть, ну, в первую очередь должны эти сепаратисты, они в первую очередь должны отвести свои войска. И Россия командовать нам, что нам делать, как она пытается нам навязывать, я считаю, это не надо. На Минские соглашения возлагались очень большие надежды, но очень жалко, что они, конечно, не выполняются с российской стороны, что продолжают стрелять в нашу сторону. Очень жалко, что продолжают погибать люди. Мы очень надеялись, что все, говорится, будет лучше, но, увы, будем надеяться, что все-таки будет мир, что все-таки Минское соглашение будет выполнено. Я очень хорошо знаю из первоисточников, что Минские соглашения были навязаны Россией. Путин продиктовал 14 пунктов Порошенко. На следующий день 11 из них были приняты. С самого начала было понятно, что Минские соглашения выполняться никогда не будут. Это втянули в Украину в авантюру. Это крупнейшее поражение и дипломатическое, политическое, и военное. Теперь мы это все расхлебываем. Итогом этого всего является сдача на сегодняшний день территории ЛНР, ДНР, отвод войск и образование так называемой диссонанной зоны. Поверьте, как только мы отойдем, это же счастье, это же Широкино будет занято. Два варианта развития событий. Первое. Абсолютно внезапно все это закончится. Абсолютно внезапно. И в основном Украина будет в проигрыше в этом отношении. И второй вариант – это полномасштабное наступление русских. Честно сказать, Минские соглашения, конечно, не оправдали надежд. Все очень возлагали на них большие надежды в самом начале. Все хотели мира. Но, к сожалению, русская сторона, агрессор, продолжает агрессию и не останавливает наступление, обстрел нашей территории. Поэтому, конечно, трудно сказать, с одной стороны, что солдаты не отвечают на обстрел. Но это солдаты, они должны выполнять приказ. В армии так и должно быть. Солдаты должны выполнять приказ, даже если он не нравится. Конечно, хотелось бы, что наши пошли в наступление, отвоевали территорию. Но это приведет к большому количеству жертв, как со стороны сепаратистов, так и со стороны украинских солдат. А это, конечно, не хотелось бы. Поэтому на данный момент, хоть нам он и не нравится, мне лично, я бы, конечно, сказала, что не нравится, но альтернативы Минским соглашениям на сегодня, я думаю, нет. В идеале, конечно, хотелось бы верить, что все, о чем договаривались, то, что закреплено на бумаге, оно в идеале должно выполняться. Но, как мы видим, выполняется от силы 5-10% того, что подписано. Я думаю, что нужны новые люди в комиссии переговорной, и нужны более серьезные принимать решения, помимо тех, что прописано. Потому что сам отвод войск, само по себе прекращение войны, огня – это только декларация. Что нужны более глубокие, более четкие правила, которые будут уже приниматься и пониматься и выполняться обеими сторонами. Ну, загалом підтримую процес. Я думаю, проблема в тому, що формат трошки переговорників, якби були сильніші зі сторони Заходу, там Штати підключені, було би